Чем понизить гомоцистеин? Ангиовит подойдет? Нет, ангиовит не подойдет, потому что там фолиевой кислоты 5 мг. Это в 5 раз большая доза, она может еще больше повысить гомоцистеин. А чем понизить? Мы смотрим, исключаем, во-первых, заболевания, которые могут к повышению гомоцистеина приводить. Это патология почек, патология легких, курение. Из заболеваний, да, так скажем, большое употребление кофе. Большое – это значит примерно 5-6 чашек в день, да, вот считается фактором, который гомоцистеин увеличивает. А дальше мы смотрим, лучше всего посмотреть гены фолатного цикла. Ну, то есть исключаем, да, какие-то вещи типа физической нагрузки, наоборот, снижение веса большого, который дает вот изменения в белковом обмене и в том числе в гомоцистеине. Чем конкретно, да, вот если все это исключено, все равно гомоцистеин повышен, мы смотрим гены фолатного цикла. А у нас их 4 в линейке, это 2 гена, 2, ну, в смысле, это 3 гена получается, один ген в двух точках мы смотрим, это метилен тетрагидрофолат редуктаза 677 и 1298. В двух местах мы смотрим ее. Если там есть полиморфизмы не очень хорошие, это может давать нарушение метаболизма именно фолиевой кислоты, витамина В12. В зависимости от комбинации генов, которые там будут, мы можем или часть, если там да, не очень хорошо, но не сильно, то мы часть можем фолиевой кислоты на метилфолат заменить. Если оба гена там двойки-тройки, то мы можем всю фолиевую кислоту заменить на метильную форму, на метилфолат. Смотрим, какой будет гомоцистеин. Если в двух других генах, которые связаны уже с метаболизмом витамина В12, это метионин синтаза и метионин синтаза редуктаза, есть поломки, да, какие-то особенности, они могут нарушать метаболизм витамина В12. Да, мы тогда добавляем В12. Если не хватает В12 просто в обычных дозах, мы можем давать метильные формы В12. Да, смотрим, какой еще с метаболизмом В12 может быть проблема. Это аутоиммунный гастрит, вегетарианство, да, именно потому что в мясных продуктах содержится В12. Это все корректируем. Ангиовит точно нет.